Итак, наконец-то в абонементе Челябинской областной универсальной научной библиотеки появился вот такой вот замечательный аппарат. Это старт-акция автоматическая книга выдачи. Сейчас попробуем ее испытать. Что для этого нужно? Читательский билет и, конечно, книги. Я выбрала две прекрасные книги. У меня скоро отпуск, планирую их прочитать. Нажимаем «Выдача». Кладем книги, читательский билет. Замечательно. Готово. Распечатать квитанцию. Так. Теперь я могу уже забрать книги. И вот две книги записаны на мое имя. Прекрасно. Очень быстро и удобно. Есть повод сдать книгу и взять новую. А как сдавать книги? Давайте посмотрим. Опять же, нам для этого нужен читательский билет и книга, которую вы уже прочитали, с хорошими воспоминаниями. Нажимаем «Возврат», кладем книгу в квитанцию. Готово! Распечатать квитанцию. Книгу с меня списали, и ее может читать другой читатель. Читатели берут много книг, и не всегда есть возможность запомнить, когда же их нужно сдавать. Очень удобно при помощи нашей станции книговыдачи автоматической узнать в личном кабинете, когда нужно сдать книги. Для этого заходим в личный кабинет. Можно ввести номер читательского билета, а можно просто провести читательский билет таким образом. Ага, у меня выдано 3 книги. Давайте посмотрим. Вот все книги, которые записаны со мной. 15 дней у меня осталось прочитать книгу библиотека, в которой интересно. Ну и, конечно же, я только сегодня взяла книги, у меня целый 21 день наслаждаться чтением.